Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации в областном Янино. Накануне мы показывали историю, которая называлась «Снимай футболку или прострелю колени». О группе подростков-хулиганов, которые терроризируют сверстников во Всеволожском районе. Нападение снимают на видео и выкладывают в сеть. Мать одного из пострадавших обратилась в полицию с заявлением. С обидчиком, а он несовершеннолетний, провели беседу и передали родителям. После проверки возбудили уголовное дело о хулиганстве. По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.